Всем привет! В эфире новогодний выпуск рубрики «Не учи меня жить». В этом году мы пробовали себя в абсолютно разных профессиях. Были дворником, поваром, плиточником, флористом, библиотекарем, кикбоксером. А сейчас, в преддверии Нового года, мы решили стать Дедом Морозом и Снегурочкой, чтобы порадовать детей Гродненского детского хосписа. Деда Мороза вызывали? Да, проходите, здравствуйте. Можно? Да, рады видеть, конечно. Самый желанный гость в году. Возможность надеть костюмы главных новогодних персонажей у нас появилась благодаря сотрудникам Гродненского детского хосписа. Уже третий год подряд в преддверии Нового года они искали волонтеров, готовых на несколько часов стать Дедом Морозом и Снегурочкой. Поздравить подопечных хосписа вызвались мы. Следующий герой – Миша Дюрт. За состоянием здоровья малыша следил весь город. Привет! Деда Мороза вызывали? Встречай Деда Мороза! С праздником! С наступающим Новым годом вас! Ребята уверенно ведут нас в зал, где Миша подготовил для нас сюрприз. Пожелаю вам сегодня в январе лучшие апреля, чтобы у вас получше время, чтобы ветер чаще дули, да не в марте, а в июле, чтобы день уже был без ночи или ночь была короче, чтобы в море дни и годы не бывало ни погоды, чтоб весь год не знали драки ваши кошки и собаки, чтобы сколько хлеб не реже, был он яким, был он свежим, чтобы сливками фонтаны наполняли вам стаканы. Если это слишком много, не судите слишком строго, а награды мне не надо, ваша радость не награда. Ну, держи подарок от Деда Мороза. Так, вау. Это тебе. Так, а это тебе. Поздравляем вас с наступающими праздниками. С наступающим. Не так давно мальчик перенес множество операций и курсов химиотерапии. Сегодня, благодаря своевременной помощи всех неравнодушных, прогнозы врачей только положительные. Мы тоже желаем всем всего хорошего в будущем году. Спасибо огромное за то, что помогли спасти нам нашего сына. Сейчас у нас последний этап. Мы сейчас только ездим каждые 3 месяца на проверки. Но пока у нас все в порядке. Поэтому мы надеемся, что всех гродненцев, всех предприятий города Гродно помощь была не просто так. И наш ребенок будет жить и будет таким же радостным, счастливым ребенком, как и все дети в округе. Зарядившись позитивом от Миши и Антона, мы с Дедом Морозом отправляемся в дорогу. Ребята не хотят нас отпускать, но мы обещаем вернуться в следующем году. Ну что, Дедушке Морозу надо идти дарить дальше подарки. К другим детям поедем. А к вам придем в следующем году. Ты с нами пойдешь? Все, до свидания, всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. Рождественские и новогодние праздники – это время, когда люди верят в чудеса. А еще это время, когда чудеса сбываются. Просто иногда для этого нужна наша помощь. Ну а вы давно примеряли костюм Деда Мороза или Снегурочки? Здравствуйте! С наступающим Новым годом вас! Здравствуй! С наступающим Новым годом тебя поздравляем! Что-нибудь пожелаешь? Да, желаю всем новогоднего настроения, самое главное, и чтобы и все желания сбывались. И тебе желаем тоже хорошего настроения всегда, и каждый день, чтобы было как можно больше радости. И подарок от Деда Мороза. Конечно, и подарок от Деда Мороза. Так, раз, два, три. Это тебе. Спасибо. Максим! Максим! Дедушка Мороз тебя ждет. Максим Деда Мороза и Снегурочку видит первый раз в жизни. Наверняка именно поэтому ведет себя не так уверенно, как брат. Поедем дальше других детей поздравлять. Как оказалось, быть в роли Деда Мороза и Снегурочки не так-то просто. Тем более мы это делали в первый раз. Детки наши старания оценили. Мы с уверенностью можем сказать, волшебство появляется там, где его ждут. Что, Дед Мороз, всех деток поздравили, никого не забыли? Конечно, всех. А еще хотим поздравить наших любимых телезрителей. Пожелать им в Новом году, чтобы их сердца наполнялись любовью. Счастливого Нового года! С праздником!